Танзании волшебный бирюзового цвета океан. Красивые пляжи и уютные бухточки. А колорит всему этому придает огромное количество рыбацких лодок. Они тут повсюду, и в океане, и на берегу. Все они очень древние, и кажется, что вот-вот рассыпятся. Но рыбаки до последнего их используют, ведь это основное средство их существования. Они их бесконечно ремонтируют, а если лодка не поддается восстановлению, находят ей очень необычное применение. Как вы думаете, что можно сделать из старой дырявой лодки? Сейчас мы с вами это узнаем. Hello. Hello. How are you? How are you doing? Fine. My name is Masha. Yeah, I'm Benjamin. Все-все, что есть в этом магазине, сделано из уже отживших свое никому не нужных лодок. I would like you to buy because most of this wood have a bit of long history. Вот, например, столик, сделанный из лодки, которой было 50 с лишним лет. Дерево очень старое, антикварное, но при этом оно очень хорошо сохранилось и даже вот обретает свой шарм, да, вот видите, вот эти вот отверстия, дырочки, немного потертость, но при этом очень красиво и современно, и дизайнерски, я бы даже так сказала. В общем, как это делается? Покупаются старые лодки, разбираются на части и пропитываются кокосовым маслом. Ну, это от всяких там жучков. Ну, а дальше эти части используют для создания вот таких предметов интерьера. Выглядит все очень круто. Смотрите, какой винный шкаф. Прям произведение искусства. Очень круто смотрятся рамы для картин. И даже лампу из лодки сделали. What about prices? $200. $200? $200 стул. Что? Это очень дешево. Или вот подсвечник. Какой стильный. У нас вот такие штуки в магазинах продаются за $300. Типа от дизайнера такого-то такого. Можно прийти и сказать, это от дизайнера Бенджамина из Африки. И вот у меня такая штука. Эх, была бы у меня золотая карта, я бы тут скупилась. Вон кровать какая массивная. Сразу видно, что сделано на года. Сегодня как раз, честно говоря, так на солнце перегрелась. Все. Целый день, знаете ли, гуляла. Ой! $1450 стоит эта кровать. А поспать на ней 5 минуточек – это совершенно бесценно. Лежишь вот так и представляешь, что качаешься на волнах. Но с моим бюджетом мне нужно что-то совсем дешевое. Вот это я понимаю, привели меня туда, куда надо. Это мое последнее увлечение. Отличные штучки для яичницы, там, для того, чтобы что-нибудь... Слушайте, классные штуки, между прочим. Еще для кухни тут есть такие деревянные тарелочки и разделочные доски. Ой, какая доска! И стильная. Ну да, тяжелая. How much? That's 5,000. That's 5,000 шиллингов. 35. Yes. 35 тысяч шиллингов. Вообще, где такие цены? Вы видели вообще где-нибудь такие цены? И еще можно разделывать и понимать, что когда-то эта доска бороздила океаны, сражалась с пиратами или, возможно, вообще была сама пиратским кораблем. А ты тут так режешь лук. Да, ее и возьму. Только если б еще чуть-чуть дешевле. Yes. Дискаунт? Да, я могу дать дискаунт. Ничего. 5,000. 30 тысяч. Договорились.